рисуем путь художника, и у каждого он должен получиться свой. Все начинается с точки отсчета. В нашем случае это момент времени, когда мы решили стать художниками. Ты скажешь: Женя, поставь вторую точку, моя цель — стать знаменитым и богатым. А я скажу: нет, нет. Наша задача — долгий, интересный, насыщенный путь. И сделать надо его таким, чтобы он как можно дольше не кончался. Он будет каким-нибудь таким. Не бойтесь корректировать свой путь в походе. А корректируя свой путь, не бойтесь допускать ошибки. Именно ошибки формируют наш опыт и знания. Пока вы идете, ваш путь потихоньку приобретает какое-то лицо. Сейчас мой путь выглядит как-то так. А как сейчас выглядит твой путь?